Блин, мне что-то не нравится-то. Кто-то есть. Это я на чужой лазит-то. Скотина. Где-то по вентиляции лазит. Пошел на жопу. Мне туда нужно идти. Я пошел. За ней даже кто мертв уже. Что-то есть. Это андроид, что ли? Блин, зря. Интересно. Есть. Что за низ не сайте, а может на какие-то. Там сюда что ли? Блин, надо валить. О, блин, андроид. Нам туда прямо вот нужно. Мне у него проходить, он сейчас меня точно атаковать будет. Ну какого хрена вообще? Мне в него проходить-то. Нет, не сюда. Может, не надо с ним было связано с ним, точнее, сталкиваться, может, не нужно. Все равно идем, просто мимо него проходить. Ай, так, ладно, ходим здоров. По-моему, все читали уже. Немножко еще попугаться. Нет. Так, мне явно тут дверь, наверное, да? Ага, Дим, что еще? Вообще все. Где вообще оказался-то? Так, может, мне сюда нужно? Наверное. Нет, ту другую сторону. Ё, просто так, тихо. Куда вообще попал? Так интересно. Блейк, давай берись. На ту сторону. Так, вентиляция у нас куда-то вниз ведет. На всякий случай перезарядимся, хотя, видимо, дроида все-таки правда убить просто невозможно. А где он с этой стороны, с того угла? Он меня не слышал, надеюсь-то. Черт, тихо. Ты что, сзади кто-то?
Нам нафиг закрывать, вентиляция, ну нафиг. Да, блин, конечно, круто, все прям вот из серии старых фильмов. Про чужих. Тут был взрыв. Стабилизатор полностью уничтожен. Слышит меня кто-нибудь? Я тут не видит на дизайн андроид-то. Блин, увидит. Вот он идет, скотина. Я с тобой связаться не могу, дружок, извини, я пошел. Ой, я просто так все, уходим, уходим. Уходим, уходим. Нам нужно туда идти, да? Какой черт вообще, куда? Я что-то запутал уже. Мне что-то нужно сделать. Так, там что-то сделать нужно. Да здесь просто путать можно без этого, да, без датчика-то. Входящий звонок 1-2-8-4-5-1-3-8-6. Так, что там происходит? Между звонка и Аполло. Переадресация, пожалуйста, ждите. Входящий звонок 1-2-8-4-5-1-4-0-0. Аполло, алло, мой андроид странно себя ведет. Он не реагирует на команды. И Аполло, переадресация, пожалуйста, ждите. Входящий звонок 1-2-8-4-5-1-4-1-7. Помогите, он не могу выйти из дома. За дверью андроид. Он, Аполло, переадресация, пожалуйста, ждите. Ну, конечно. После полудня. Входящий звонок 1-2-8-4-5-1-8-4-6-4. Соединение со службой безопасности у меня в магазине пограбитель. Я Аполло. Передвигаться, пожалуйста, ждите. Входящий звонок 1-2-8-4-5-1-4-7-0. Его убили. Это хреновина его убила. И она еще там. Я Аполло. Передвигаться, пожалуйста, ждите. Неверная ячейка. Цели тоже нету. Ну точно, просто что это? Кто у нас там? Кого чего нужно открыть, не пойму. Пусто. Да нет, мне это не нужно вообще-то пока. Револьвер пригодится. Что-то все комнаты сделать, интересно, можно. Чутка воздуха, освещение, система динамиков. Нет, мне это не нужно. Все включено, так-то все полезно. Жетон возьмем. Так, ну как бы вот туда показывать будет нужно, туда идти. Может, смогу пройти? Вообще, ордека там. Мне кажется, наверное, все-таки я правильно шел. Блин, ну с кем там? Кто там просто помощи, не пойму. С андроида, может, пройти нужно. Андроид меня он видит. Андроид. Блин, да куда мне идти, ёпрс? Чё, помните, ряд что ли есть нужно? Дверь заперта. А того убить не знаю, этого можно вообще, андроида-то? Чё-то мимо него что ли надо пробираться? Пробираться-то? А, понятно. О, только тебя не хватало, скотина. Отвяжись от меня. Блин, сволочь. Ну привет вообще, че ты снова попался? Вообще не туда, куда надо. Куда мне теперь убраться-то? Как отсюда мне нужно убраться-то? Ну не к лифту же снова. Я еще не понимаю, куда мне нужно идти. Какую комнату вообще? Это явно чужой лазил. Он как нас выискивает. Поедете на башне Лоренс. Погоди, мне сюда может? Мне не сюда нужно. Или обратно вернусь в фойетик на башню Лоренс. Куда мне обратно-то нужно идти? Смотри-ка вот. Погоди, мне как бы лифт указывает. Может, мне правильно на лифте нужно? Я правильно пришел? Так, ну нафиг, попробуем-ка, проверим-ка. А, море, цель обновлена. Цель цик на башне. Ну, может, мы все-таки правильно возвращаемся-то? Нужно туда.
Что такое бессл? Что там? Понял, пока фиг. А тебе помер, кстати. Без этого кашут. Дальше как вообще можно было там, не знаю, выявить, понять, куда идти. Это просто. Да уж. Придаваем ощущение. Как будто, не знаю, ты в лабиринте находишься минотавры. И как будто точно ты персей находишь в лабиринте минотавры, нужно по, в общем, по ниточке рядно идти, чтобы выйти оттуда. А там какая-то легенда. Датчик, в общем, такая ниточка. Поэтому лабиринт по кораблю, в общем, станции Севастополя. Так, это обновлено. А, да, ночные метод башни для развития. Так, понятно. Мы, кажется, правильно прибыли, да? Угу. Какого хрена? Где-то чужой он лазит. Это он точно. Это не люди, не андроиды. Че, можешь куда-то поехать? С этой связи. Ну, кажется, так нам рано прибыли. Блин, да нет. Нам туда, да. Блин, где-то не лазит. Вот где-то здесь лазит, вот где-то здесь. Че, правильно что ли пришел? Черт, мне снова баш возвращаться. Куда я что-то запутался уже просто. Снова как-то не то показ. Да не так гадина, что лазит здесь. Поинтересно. Блин, я не сюда. Или сюда вообще. Вадимушка. Может, дверь какая-то открытая? Пиздец. Стен. Ну куда мне, ёпста? Только ты... Тихонечко не торопиться, самое главное не бегать. Что где-то здесь лазит. Какого хрена? Скотин, ты что делаешь? Пиздец, еще какой-то. Долбанный андроид. Ты что, с ума сошел, что ли? Нет, места для хлама. Летя вообще тоже точно места нету. Зараз напугал. Это явно чужой лазит. Поинтересно здесь это. Значит, я правильно иду? А, мне обратно же нужно, точно. Блин, вентиляция-то. Нужно про них, самое главное, не забывать, потому что он может вылезти прямо из них. Давай, открывайся. Смотри, сука, здесь вентиляция-то. Какие самоубийцы все это делали. Хотя, наверное, не рассчитывали, что здесь появится чужой. Так, мне нужно обратно защититься, да. Да пошли нафиг отсюда. Давай, открывайся. А, ну да, нужно, кстати, к станции возвращаться. Тихо. Здесь потом еще бегать уже нельзя. Чужой явно как будто где-то поблизости находится. Скотина такая. Я лучше уходить буду идти. Интересно. Хрена. Он где-то здесь. Выход к центру
Сова, быстрее вызывай нафиг. Какого? Что он здесь делал вообще? Эй! Ну понятно. Я даже не сохранился, блин, на этом месте-то. Где мне-то вообще игра не запустится-то? Пошли отлично просто, или спокойно проходит и... Да уж, круто. И где я начну, интересно? Только не боюсь, что самое это очень далеко место. Далеко от далекой галактики. Где проходят Звездные войны. Придется пробег очень все быстро-то. Там же было сохранение, блин, было сохраниться нормально. Всем было, думаю, вообще было как-то медленно, не торопясь идти. Ну еще. Андроиде. Хотя бы 10 конец, ладно, нормально. Долбанный андроид. Иди ты нафиг отсюда. Мне надо к лифту, извините. Я не хотел вам мешать. О, привет. Скотин ты. А, зараза, отпусти ты. Да. Вот сволочи. Чё, такая лифту-то как мне идти-то? Куда мне бежать к лифту-то? Где этот лифт находится вообще? Погоди, кажется, я правильно бегу-то. Давай, беги, беги. Во, лифт, вот лифт. Ай, на босс-конце там есть. Ой-ой-ой. Просто весело. Очень весело. Заново, в общем, приходилось пропекать с ними. Марафон. Марафонский забег. Ну ладно, теперь понятно, куда идти. Хотя бы. Нет, это у нас здесь чужой ходит. И лучше тогда... Ну что, да, незаметно, в общем, тихонечко проползти. Нам сюда, это ясно, да. Что-то нас как бы не учил, не заметил. И не вылез. Быстренько будем вызвать кастифт и сразу сюда свалим. Давай, открывайся. Открывайся нафиг. Хотя может еще друг вылезет страной, в любом случае. Тихо. Незаметно тихонечко попробуем это сделать. Блин, надо птичку установить. Что-то нужно-то. Магнитка нету. Быстро вызывает лифт. Очень быстро. Выход к центру связи Sixon Telecom, службе техподдержки.
Pirate Solutions. О, привет. Надеюсь, это тебя мы тут слышим. И сюда? А вас пусть там бивает чужой. Извините, я поехал. Надеюсь, нам на красу нужно или нет. Ой. Ну, первый раз, конечно, это все-таки. Так вот, первая, в общем, смерть от чужого была. Первый момент, где, в общем, нам удалось его еще ближе увидеть, уже, в общем, прятаться с него, когда-то попытаться, не знаю, выживать. Посмотрим, интересно сделано тут-то. Так, ценочная медицинская башня. Ага, мы видимо, кстати, приехали уже к тому месту, куда нужно. Как я понял. Фу, да уж, первая встреча уже была очень крутая. Прям такой... Ощущается. Круто. Очень круто. Выход галереи Соломон. Штабу службы безопасности и жилой зоне. Ну, первый раз есть датчик, где мы так-то чужую будем увидеть. Ну, хотя да, первый датчик там получили до этого времени. Это чужой нас не преследовал. Какого хрена? Ну что, мне здесь чуть-чуть, вердись, он готов вылезти. Погоди, куда приехал ты? Я туда, куда нужно приехал, да? Надеюсь на это. Не говоришь, что я приехал не туда. Блин, где-то здесь. Чужая скотина. Вентиляции здесь нету? Есть, блин. Чёртовы вентиляции. Ненавижу их. Чужая, пожалуйста, не вылезай. Погоди, мне еще туда, что ли, пойму? Ты мне, оказывается, туда. Или мне еще раз надо? Так, погоди. Или я еще не прибыл туда, куда нужно-то? А-а-а, ценочная башня. Жила зона Соломона, это вообще. Да какого хрена вообще мне туда запутали уже просто? Мне снова обратно нужно вызывать. Куда же мне надо? Мы заботимся о вашей безопасности. Надо вызывать тогда. Просим вас немедленно сообщать о неполадках в работе транзита. Поехали тогда. А какую-то нужно вызывать, интересно. Чтобы доехать, да? Да на моей цель-то. Блин. Быстрее, блин, а. Где-то здесь лазят, ты быстрее давай. Давай, что ли, а? Я хочу свалить. Сканить есть ничего. Вагон следует до научно-медицинской башни. Во-во-во-во-во-во-во. Нормально. Фу. Наконец-то разобрались все-таки. Фу, просто. Да уж, весело. Весело. Что-то слишком уж весело. Но это Кришинград точно настоящий. Уже жуткая, в общем, атмосферная, очень интересная. Не столько не прям уж нудно прям лазить здесь. Да, все равно все эти локации тебе очень интересно по-своему. Пушаться в атмосферу и убегать этого чужого. Не поймешь, в общем, откуда может вылезти. Пытаться надо, в общем, каким-то образом, не знаю, найти способ всякие лишние. Способ его как-то обмануть. Добраться до Сэмюэля Сэ Тейлор, отлично. Весело будет. Это я точно не понимаю, да? А где открываться? Это. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль и центру Андрея. Так, Сэмюэлс? Тейлор здесь. О, слава богу, это сидеть. Рипли. Там Рипли. Да, все нормально, не волнуйся. Ее просто. О. Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик.
А что делать, если эта тварь появится? Не появится, не волнуйся. Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом Аполло. Ну, отлично. О, какого хрена, сказал? Ну, какого черта? Ну, понятно, с тем, в общем-то, где мы шли строй, наверное, же. У меня же сбои там были. У нас мало времени. Понятно. Ой, придет идти. На транзитной линии запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Спасибо за... В общем, такое... А о, сколько трупов-то? Если бы живые-то есть? Ау. Ну, я не чужой, конечно, живой. Кто-то там есть. Не робот ли? Не андроид ли? Смотри, кто-то там есть, вот в той комнате. Не живые люди, которые все будут нас атаковать, не андроид или... Или чужой. Так, все нормально. Чё, это андроид, что ли, прямо? Зарядим батарейку на всякий случай. Это, видимо, человек. Мне кажется. Но если я тогда ошибаюсь, наверное. Либо я ошибаюсь. Заперто. Так, это человек. И даже люди. Эй. Они нас стрелять-то не будут стрелять-то? Или это андроиды все-таки? Эй, вы не андроиды, надеюсь. Нужен плазменный резак. Весело будет, весело, весело. Чё за? Спасибо. Пока полюбуемся. О, солнышко, матрик. Эй, там, помощь нужна? Мне нужен врач. Слышите? Где вы? Погоди, не слышу. О, солнышко даже видно. Красиво, конечно. И планетка. А куда вообще идти-то? Кто там? Поднимайся, я открыл тебе лифт. А, живой люк, человек нормальный, живой. Ладно. Давай быстрее, что ты там копаешься? Ах, погоди, надо было собрать. Все-таки что-то полезное. Так, все, поднимайся на локацию. Добраться до госпиталя. Через дверь даже не пытайся, она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Через вентиляцию. И где-то вентиляция. А, вот она. Ну, и за то спасибо. Не бойся, я так рост за тобой шаг. На всякий случай. А, не знаю, ты знает, наверное, чужому там. Фиг поймешь. Что там лазить, можешь проинтереться. Включаем фонарик на всякий случай. Флэр пока тратить не буду. Я просто. И где этот человек? Погоди, не в той комнате, кстати, где он, в общем, человек этот был. Наверное. Что ли? Сейчас у нас не лучшие времена. Ну да. И где этот человек? Так, он открыл дверь, да? А, вот он, наверное. Док,
Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да, я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингар. Сначала загляни в кабинет к Морли. Нужно найти кабинет Морли. Понятно. Наверное, сегодня там мертвые, конечно же. И там лазит чужой. Маринет. Ну давай, объединим усилия. Поможем друг другу. О, здесь, конечно, лазит чужой, да? Это что еще такое было? Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой. Те, кто не смог адаптироваться к... Говорите, куда идти. Космосе. Бедняги. Не бойся, никого из них тут нет. А это кто такой? Кого нет? Флэр, отлично. А не Флэр, я Флэр называю его. Сделает. Значит, сделает все это пошло. Так. Так. Здесь ничего не там больше нет, кроме флэра. Как я понимаю. Че пилюки-то? Здесь как больше так-то никого нет, так не знаю, может здесь. Нет, не туда. А, не туда, ладно, что ж. Я просмотрю на всякий случай. Ой, просто ничего мне. Смотрю просто. Ух. Да. Туда что ли? Ну, габы, да. Какое перспективное было место. Какая трагедия. Какой талант пропадает. Не потерплю к себе такого отношения, Морли. Понятно? Сегодня я не смог войти в амбулаторию по обычному коду. Как вы, Слингард, прикажете мне исполнять свои обязанности, если вы ограничиваете мне доступ к медикаментам? У меня пациенты, которым необходима медикаментозная поддержка, особенно в нынешних условиях. Я не позволю ущемлять их интересы. Считай это официальным предупреждением. И не думай, что я блефую. Так, может, это кабинет или нет? О, здесь что-то есть. Что за... А, это нол. Нет места, конечно же. Так, что-то мои мины нельзя собрать. У нас вообще мало. Надо пособирать много чего в шопы. Может пригодиться. О, сканец есть. Отлично. То, что надо. Вдали от солнца и естественных биоритмов земной жизни нетрудно сойти с ума. Печальное зрелище, что ни говори. Трагедия. Но Морли тратил слишком уж много времени на этих несчастных. Просто не надо было сюда прилетать, как и все нам. Значит, нам красота нужно проляться будет. Ой, так ладно, в общем, думаю, пока на весь мы закончим. Проходить игру Alien Isolation, чужой изоляция. Само такой жуткий survival horror от первого лица. По сирену, в общем, чужих и, конечно же, в первую очередь, похоже немножко на фильм «Первый чужой» с Ридли Скотта. Точнее, точная копия, можно сказать, почти что. Только описывает другие события после самого фильма и, в общем, ну, похож по стилистике очень, напоминает. И антуражу, в общем-то, это. Локация, в общем, дизайн локации, всем остальному, по атмосфере. Напоминает, в общем-то, очень фильм, это первый.
А так, это пока что все. С вами, в общем, был Михаил. Увидимся в новых сериях до прохождения игры Alien Isolation. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. Всем пока.